Hello, Hope Peak. Can't take it no more, I'm going crazy. Is this a game or is it love? Please tell me, baby, I want you with me. I see it clearly, you and me, eternity. When the stars kiss the sky, love to see them in your eyes. Could I ring you up tonight? Maybe now's not a good time. Praying the moon reaches to the stars. Hold me in your arms. I wanna lie here close to you. Don't leave so soon. You know, I have never felt so miserable. Sometimes I lie awake in bed wondering if you and me would even last forever. But I need to know that you'll stay with me. Can't take it no more. You're being so cruel. Is this a game or is it love? Quit playing the fool. Let's try to be real. This has to be real. So open up and let me know just how you feel. When the stars kiss the sky, love to see them in your eyes. To tell you that we're more than friends. Hope I don't sound too desperate. Praying the moon reaches to the stars, that we don't tear apart. There's so much of my love to see if you stay with me. When the stars kiss the sky, love to see them in your eyes. Could I bring you up tonight? Maybe now's not a good time. Praying the moon reaches to the stars. Never felt like da 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 da. I've never felt like da 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 da. Baby, stay with me. Da 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 da. You gotta tell now, your love came all over me. Hello, Hope Peak. Revolution growing slowly comes alive in time.
Добрый вечер. Я вернулась. Откуда, бля? Я просто что-то засмотрелась на всякие ачивки и прочее в игре. Я зашла в комьюнити в Стиме, и все, и забыла про время, про все забыла, и такая, ладно. Сегодня недолго поиграем, потому что хочу поиграть. Надо тихонечко проходить игрулю. Вот, так что немножечко сегодня надо будет побегать. Серединка недели практически. Завтра выходной, поэтому можно посидеть. Ну, скорее всего, я буду сидеть, как обычно, часа два, так что... Не то чтобы получится немножечко. А, спасибо. Да, завтра праздник. Блин, надо вырубить батарею. Что-то я замерзла, включила батарею. Теперь жарко. Что поделать? Так, вроде вырубила. Блин, еще типа хочу в персону вечером поиграть, поэтому не очень хочу сильно долго стримить, чтобы в персону там навернуть тихонечко на свече. Так. Я даже не помню, где мы опять остановились, как обычно, ничего нового. А, мы на ферме. Нормально. Так, что ж, посмотрим. Что у меня тут изменилось? Собственно, ничего не изменилось. Коровы. Свиньи. Собаки, которые не хотят нихуя работать. Вот написано, покупайте корм. А как мне покупать корм? Они у меня не просят корм. Как это сделать? Вот отправить в хлеб... В хлеб. В хлеб. Отправить в хлеб я никого не могу. Да, я купила корм, но может им еще надо? Думаешь, им не надо больше корма? Типа, один раз покормила достаточно? Ладно. Ладно, ладно. Я не кормлю их по 20 раз в день. Я их даже по одному разу в день не кормлю, будем честны. Так, а где мы были? А, город, точно. Город же. Мы же открыли новый город. Сейчас пойдем, там заданий куча. Нам надавали. Некоторые из ваших животных полностью выросли. Я, блядь, только что вышла с фермы, и я не пойду обратно. Идите нахрен. Так, вот тут письмо есть. Так, надо это задание принять. У этого чела. Понимаю ваши опасения, но, к сожалению, сейчас у нас все люди заняты другим. Мы постараемся разобраться с этим как можно скорее. Извините за задержку. Как можно скорее?
Но я не могу больше ждать. Да вы не понимаете. Что, если сейчас же этим не заняться, нас всех ждет беда? Что случилось? Судя по разговору, дело серьезное. Блять, там по-любому уничтожение парочки зоглов каких-то. Да еще какое серьезное? У меня все фермерское снаряжение испорчено. Из-за зоглов, сволочей таких. Они свои астральные энергии из земли, или как ее там, заставляют металл ржаветь. Ржавый инструмент только выбросить. И как мне теперь урожай собирать? Ручками. Так если дело только в зоглах, разве местные ириняне не могут их прогнать? Это не их ручные твари, а одичалые. Даже ирянам не по зубам. Если срочно что-то не сделать, вообще ведь никакого урожая не будет. Минансии сейчас сыто живется, но благодаря кому? Нам, фермерам, которые пополняют закрома. Да, дело и правда серьезное. Я знаю, что это такое, остаться без еды. И ты тоже, верно, Лоу? Ага, когда приходится голодать, веселого мало. Не сомневаюсь, многие в этом королевстве помнят, каково это. Не хочу, чтобы им снова пришлось такое пережить. Может, пойдем и разберемся с этими зоглами? Не будем же мы стоять и смотреть, как люди умирают от голода. Разберетесь? Вы настоящий спаситель. Хотя это стражи и солдатам в броне следовало бы этим заняться. Когда речь идет о благополучии людей, нельзя просто стоять и ждать, что кто-то другой возьмет и все исправит. Лоу прав. Мы все уладим. А ты жди здесь, пока мы не покончим с этими зоглами. Заржавело. Ладно. Как обычно, задание с зоглами. Ну, победите сгусток земли X8 около поля. Здесь что? Где, блядь? А, вон там, видимо. Ну да, где-то здесь. Сгусток земли. Это все не сгустки. Сгустки вон, вижу. Не, вы отстаньте. Да, блядь. Да, блядь. Мне нужны только сгустки. Вот эти. Не был, не хочу убить всех, мне надоело. Так. 5 лимонов. 5 лимонов. Так, нет, это пидорство, я точно бить не хочу. Так, и вас тоже. О, а вон еще сгустки. Сгустки! 4. Я не совсем понимаю, как работает таргет. А, подожди. Бля, у меня включен тачпад. Я думаю, что я странные вещи какие-то делаю. Я думаю, что у меня нажимаются какие-то вещи странные. Так, а как посмотреть задание? О, нормально. Так. Нет, это не то. Вот эти. Заржавело. Победите сгусток земли 8 около поля. Хм. Бля, я, кстати, не победила Болгамола. Болгамола не победила! Но он какой-то жесткий был, надо попозже сходить. 8 около поля. Так я здесь ищу. А где тут поле? Что из этого поля? Типа вот там вот, где пшеница нарисована. Вот это поле.
Или где поле? Я вот тут зачем вам сгустки эти побеждала? Что из этого, блядь, поле? Где? А, вот этих надо победить? А где тут поле? Надо посрать. У меня какой-то автобой работает. Я что-то понять ничего не могу. Я вроде не включала. Подождите. У меня реально какой-то как будто автобой. Так. Так, камера боя, да, да, ок. Ничего не понимаю. Надо, наверное, во время боя зайти в это меню. А, типа, все, мы всех побили? Странно. Ладно, давайте зайдем в бой с кем-нибудь. Да похер с кем, вот с этими. Надо настроить бой. Так, как зайти в меню боя? Управление. Нет, это не здесь. Так. Управление. А, блин, а почему у меня автоматическое встало? У меня не было автоматического. Я же сама управляла. Ну, типа, полуавтоматическое у меня было. Бой без фанатизма. В первую очередь исцеление. Нормально. А какого хрена? Как у меня в автоматическое это перешло? Очень странно. Я вроде не заходила в настройки в прошлый раз вообще. Ладно, пофиг. Да, может, какую-нибудь кнопку нажала где-нибудь. Ну ладно, все обратно исправили, все хорошо. Ой, еще какое-то дерево. Что дают? Яблоки дают. Тут что, рыбу дают? Рыбу дают. Хорошо. Что там с зоглами? Можешь быть спокоен. Мы покончили со всеми зоглами в округе. Больше они тебя не потревожат. Пиздит, пацан. Пацан пиздит. Всех зоглов мы точно там не уничтожили. Здорово! Наконец-то я смогу починить испорченное снаряжение. Надо поторопиться, чтобы все в порядок привести, да урожай собрать. Нельзя, чтобы в королевстве кто-то голодал. Надеюсь, ты про нас тоже не забудешь. Само собой, спасибо, что выручили. Рад, что на столах жителей Минасии будет вдоволь еды. Дружище, угроза затянуть пояса – лучшее средство заставить нас взяться за дело. Ну, главное, что теперь все в порядке. Эй, Алфин, мне показалось, или тебя все так же что-то беспокоит? С чего ты взял? Да заметил, ты в последнее время озирался почему-то. Вот как? Ну, помнишь, тот фермер сказал, что из-за зоглов весь металл ржавчиной покрылся? Ну да, и что? Да я опасался, не случится ли с моей броней и мечом, если он об этом не позаботится. Вот оно что, они что же из металла? Ну да. Если все мое снаряжение заржавело, я не смог бы драться. Каждый день, каждый бы ведь беспокоился на моем месте, да? Уж не хочешь ли ты сказать, что пошел с нами только потому, что боялся своего добра лишиться? О, Лоу прям такой. А, ясно. Понятно. Альфин у нас, значит, такой. Угу.
Угу. А мы-то думали. Эх, эх. Алфин, ты ведь это не серьезно? Ну, знаешь, я сам удивлен не меньше тебя. О-хо-хо-хо-хо. Да, твиттерский. Именно так. Так, ладно. Нам в город надо. Идем в город. Так, значит, у нас вот там вот сзади какие-то звездочки. Эй, стражник, ты разве не должен сторожить? Не знаю, с каких ты краев, но здесь, в Минансии, все мирно. Маловероятно, что у нас случится что-то ужасное. Ну да, благодаря лорду, жизнь у нас всех хорошая. Вот видишь, в любом случае, здесь не только мы же, есть и другие стражники. Мир не рухнет, если я немного расслаблюсь. И тем не менее, в городе так спокойно именно благодаря тому, что здесь ренианские солдаты. Ребятня на вас всех молится, так что, пожалуйста, не рушьте их иллюзий, ладно? А ты мост так говорить, приятель. Ладно, последний глоточек. Так, окей. Классная броня, здоровяк. А можно мне примерить? Ха-ха, наша броня подойдет и Данианам вроде тебя. Только сперва подрасти. И я буду стараться. Я вырасту большим и сильным. Ладно. Что-то это зелененькое. Видимо, это какой-то важный квест. Давайте пока не будем его брать. Пока по звездочкам пройдемся. Так. Нет, всякие побочки тоже потом. Неужели все эти люди переехали сюда? Папа говорит, что людям раньше приходилось таскать много тяжелых и опасных штуковин. Что-то не верится, что тут творилось прям такое. Ладно. Так. Еще одна звездочка. Вот написано поговорить с жителями. Мы же с ними не разговариваем. Мы по факту слушаем, что они там между собой болтают. Интересно, что это на мне надето? Да, действительно. Тебя кто-то одевал, что ли, утром? Я не понимаю. Что это на тебе надето? Я сегодня распиваю свои подарки с работы. Поэтому сегодня у нас пьяный стрим с свинищем. Да, как вы поняли, свинище — это я. Ой, Ганнибал продолжает подписываться на прекрасный Twitch. Спасибо за подписку. Да, я стример, я гоняю мамкиных анимешных мальчиков. Блядь.
Я соединила все, что могла соединить. Но я тут, да, гоняю. Хоть не лысого, а хотя бы просто анимешных мальчиков. Я скоро думаю переходить на YouTube стримить. Ну, посмотрим. Хотите верьте, хотите нет, но я купила это сама. Мы, Даниане, теперь получаем достойную плату за свою работу. И все это благодаря лорду Дахалиму. Бля, это вот ты здание обсуди. Не со мной. Так, вот там еще. Так, нет, вот. А, вот сюда. Идем. Идем. Да вот я думаю тоже, да, надо бы на YouTube пересаживаться тихонечко. Смотрите, это Асуна и Кирита. Ребята! Кстати, говорят, они дают неплохое снаряжение. Вот это я понимаю, встреча. Ого, вот это я понимаю, оружие. А, ты о пылающем мече? Да, меч таких мало. У меня на редкие клинки глаз наметан. Господи, какой ты милый, господи, зачем? Зачем, зачем, вот зачем это все? Блядь, зачем это все? Это... Я купила это DLC, блядь, вот просто ради того, чтобы вот это сейчас видеть. Сейчас, минутку. Прошу прощения. У него нездоровый интерес к холодному оружию. Мне, кстати, интересно, а Сэю те же самые? Потому что, если честно, я не помню Сэю Асуны. Да я и Сэю Кириту не помню. Кирита, ты хотя бы представился, прежде чем так на людей набрасываться? А, да, прости, я Кирита. Мечник, как и ты. Такое ощущение, что голоса другие. Вот, хотя, блин, я очень давно смотрела, и последние серии, которые я смотрела, были с дубляжом, а первые я смотрела очень давно, так что, возможно, я уже забыла их оригинальные голоса. А меня зовут Асуна, приятно познакомиться. Взаимно. Я Алфина, а это Шион. Блять, а что у нее за отражение в очках? Что она перед собой видит, блять? Что это? Что это такое? Смотрите, Алфин так и будет рукой вот так вот делать, если я сейчас ничего не нажму. Он такой, типа, ну давай, блять. Жми, блять. Ну давай! Кирита и Асуна. А часто вы тут гости? Нет, мы вообще здесь первый раз. Кирита заинтересовался этим местом, вот мы и решили заглянуть. А что тут интересного? Обычный тренировочный плащ. Плац. Да, кстати, если что, я сегодня принимаю донаты на Рафаэлки. День Рафаэла наступил, все такое.
Вот мой номер карты. Нет. Нет. Бля, давайте сегодня тогда пройдем DLC-шку. Ну, попробуем, по крайней мере. Могу его понять, это отличное место для тренировки и проверки сил. К тому же безопасное. И как? Хорошо потренировались? Потренировались, но... Если честно, ожидал чего посложнее. Кирито у нас любит тренировки, которые заставляют попотеть. А вы посмотрите на это воплощение скромности. Тогда, может, захотите биться против нас? Против вас? Серьезно? Блин, Кирито такой не Кирито, если честно. Он такой странный. Он вообще не похож на Кирито. Это что-то очень странное. Ну ладно. Эй, Алфин, это еще что такое? А что плохого в дружеском поединке? Лишняя практика не помешает. Сразиться с достойными противниками – отличный шанс улучшить свои навыки. Да и хочется проверить, так ли эти двое хороши в деле, как о себе говорят. Так они ничего не говорили. Алфин, они вообще ничего не говорили. Чувак, чувак. Что-то не туда воюешь. Блять, меня за этот донат сейчас забанят. Я давно его ставила. Простите меня, пожалуйста, я не хотела. Спасибо большое, Рекси. Я обязательно куплю себе конфетки. Я действительно давно не ставила, но я надеюсь, что никто не обидится. Это просто очень забавная песенка в сочетании с аниме-девочкой, которая танцует под сало. Я люблю сало. Сало вкусное. Да, сало клёво. Блин, я писала в Твиттер, что нам каталоги привезли новые. Я же в строительной фирме работаю. Ну, вернее, фирме, которая инструментами торгует и стройматериалами. И нам привезли каталоги товара новые. Они, блядь, желто-голубые. Господи, мы смотрим на это и такие, а чё, мы поддерживаем, да? Ну, как бы, ладно, окей. Лишь бы нас за это никто не посадил. Да, будем говорить, что это люди X на самом деле. А то, что, ну, как бы... Один цвет сверху, а другой цвет снизу, это, ну, это не считается. Это просто так совпало, так получилось. Вот. Сказал бы сразу, что просто не терпится силой помериться. Я так понимаю, все DLC будет заключаться в том, что мы просто будем драться с Кирито и Асуной? Ладно, но биться будем только ради практики, не ради веселья, понял? Да понял, понял. Так что скажете? Что думаешь, Асуна? Будешь? А смысл спрашивать, как будто мои слова что-то изменят. Ясно, Кирито арбузер. Ха-ха, меня что, так легко раскусить? Блин, у него такое лицо какое-то... Блять, какое-то оно, не знаю... Неправильное. Оно какое-то странное. Оно какое-то то ли квадратное, то ли... Ну, короче, странное. Ну, в общем, договорились. Вы же не будете нам поддаваться? Да ни за что. Мы сражаемся только ради победы. Блять, ну нет, Кирито не такой. Вот это я понимаю. Тогда до встречи внутри. Кстати, если посмотреть... То на самом деле, если книжку глянуть, то Асуна больше арбузер, чем Кирито. Асуна прям такая. Сюрен-джога.
誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。Так это. Чё, давайте драться тогда, раз уж. Ну ведь сохранимся тут. Всё, отлично. Так. Простите, что Кирита втянул вас в это. Но знаете, мы будем биться с вами в полную силу до самого конца. А где? Из Кирита? Так вот, каков пылающий меч в действии. Он не похож ни на один из божественных артефактов. Придется нам быть поосторожнее. А как драться? Наверное, надо вот здесь как... А, надо зайти. Добро пожаловать в тренировочный плац. Это гордость Висинта. Если хотите всерьез заняться тренировками, это самое подходящее место. Мы рады всем желающим потренироваться. Всякий, кто хочет стать сильнее, всегда найдет здесь теплый прием. Глядя на вас, сразу понятно, вы не из тех, кто просто хочет улучшить свою форму. Нет-нет, вы хотите стать сильнее всех, не так ли? Тогда идите сюда и бросьте наручи. Мы с радостью проверим, на что вы годитесь. Я хочу драться с Кирито и Асуной. Так, групповой бой. Начальный малый денежный приз. Жди. Ужас, зловещие звуки для женщин. Это что такое? А что за зловещие звуки для женщин? А вон зловещие звуки для мужчин. Бля, во что играть? Рекомендуемый уровень 80? Пиздец. 40. Бля. Это все не для меня. Бля, ну это все мало. Серебряный жетон 2 штуки. Что за херня? Вот и попробуем. Блять, начальный 30 уровней. Капец. Золотая броня греха. Давайте попробуем вот это. Ну, типа. Написано 20 левел, у нас 19. Примат 21, сгусток земли 19. Ну, похер. Выпьем венца. Так. Не, ну в принципе, мы примерно плюс-минус с такими и сражаемся. Бля, там еще сгусток земли, я думала, он уже сдох. Я даже не заметила, что у нас тут еще существует сгусток земли. А, они тут заново появляются. Бля, то-то я думаю, что не так. А что, собственно, надо сделать? Я не совсем понимаю. Типа, зачистить за определенное время или что? Или победить как можно больше? Что за хрень мелкая вообще? Так, окей, еще. Это что, я сейчас вот нарядил что-то, да?
Я не понимаю, как тут таргет работает. Я не могу цель на одну эту херню нацелить. Он как будто автоматом переключается между разными целями. У него цель работает, если я поставлю себе автоматическое управление. А нахрена я тут тогда нужна, если у меня будет автоматическое управление? Ага, ну окей, они все сдохли. Так. Что, мы победили? Класс, мы победили. Попробовать начальное, что ли? Блин, ну я этих за 3 минуты зачистила только. Я, наверное, не смогу. Не, давайте не буду. Не буду, короче, я это... рисковать. Ладно, видимо, Асуну с Киритом потом будем побеждать. Когда 40-й левел стукнет. Ну окей, мы посмотрели, что тут как. Ладно, пошли отсюда. Ладно. Пойдем тогда квестики собирать. Посмотрим, что нам там надают. Граждане. Так. Пойдем тогда письма собирать. Вы ведь с тракта пришли, да? Но это... на этого не наткнулись случаем по дороге? Кого этого? Я про огромного зола, который парит в небе, но временами пикирует и нападает не только на людей, но и на других зоглов. Даже на зоглов? О таком не каждый день услышишь. Ага, вообще страшное дело, даже местным воякам он не по зубам. У вас, блядь, местным воякам даже сгустки земли не по зубам. Ребята, у вас все очень плохо. Очень. Ну, раз так, мы им займемся. Мы точно как-нибудь избавим вас от него. Думаете, у вас получится? По вам, конечно, видно, что знаете, с какого конца за меч держаться, но... справимся, не волнуйся. У нас как раз есть мастер подстреливать летающих зоглов. Чуть ли не с закрытыми глазами. А ты про Шион? Не думаю, что она обрадуется, что ты ее на это подписал. Ну, раз считаете, что справитесь, то я только рад. Вы его найдете в небе над Траслидийским трактом. Обычно он сам не нападает. Но если заметит какую-то заварушку, то тут же бросается в бой. То есть единственный способ привлечь его — это сразиться с другими зоглами? Именно. Он мало того, что вредитель, так еще и умный, зараза. Ну тогда мы пошли. Про награду только не забудь. Конечно, раз обещал, все будет, хорошей охоты. И что нам дадут за это? Непонятно, что дадут. Знаете что, а давайте сходим богомола попробуем побить. Не, ну... не, ну а почему нет? Вот. Во. А, нет, подожди. А, да, все правильно. А как мне сюда попасть? Так, вот, собственно, богомол. Ну, видимо, только так.
Пойдемте попробуем, знаете, вот. Хочу попытаться. Я не помню, какого он левела. Мне почему-то кажется, что высокого. Я не помню. Там говорилось, но... Может, 40-го или типа того. Похер. Сохранимся. Ну, не побью и не побью. Господи, блядь. Никто не умрет. Ну, я умру, но... Это не важно. Да ёб твою мать! Ну да. Лоу сразу минус. Ну ясно, короче, это бесполезно. Похер. А, бежать нельзя. Ладно. Зачем мне в начале игры, блять, это задание дали? Это максимум тупо и странно. Мне надо было нажать что-то другое, ну ладно. А, нет, зачем мне вот это? Ладно, что у меня там еще за задание есть, которое я не сделала? А, ну там что-то с совушками. О, Шион модный критик. Вот, давайте. Да. Я так и не поняла тоже, как работает это задание. Там был какой-то чел. Написано было, подождите, пока он переоденется. Я ждала несколько дней, периодически возвращалась. А он все... не это. Так. То есть ничего так и не поменялось, да? Ничего так и не поменялось. Я так и не понимаю, как работает это задание. Это, видимо, надо погуглить. Великий дракон. Мне кажется, блять, великий дракон — это такая же херня, как этот богомол. Меня просто посылают на верную смерть. Иди умри. Класс. Спасибо. Найдите несколько сов. Сколько сов? Непонятно. Ладно. Валим обратно в этот. В Мозгуле какое-то задание есть. Давайте глянем. Что за задание? Пухуня? Чё чуешь? Где, Пухуня, где? О, спасибо. Это опять же странно, что мне дали это задание сразу. Это... Объяснение для кого? Для лохов. Пухуня, где почуял? Пухуня, покажи, где тебя трогал этот дяденька. Пухуня. Угу. Так, давай искать. Так, давай искать. Так, что это такое сейчас было? Где? Ухуня, блядь.
Пухуня, ёб твою мать. Блять, Пухуня, ёб твою мать, где твой друг? Пошли, полезли. Давай. Нету никого, и Пухуня ничего не чует. Так, наверху. Ну, надо только если подняться туда, посмотреть, попробовать. Нахера нам спускаться, если мы можем просто спрыгнуть? Разбежавшись, прыгну со скалы. Так, 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 так. Кого-то где-то чуем. Чё за исследовать? А, во! Нифига я тебя не заметила. Монокль. Это очень странные звуки. Сериал? Какого сериала? А, есть какой? Какой сериал я должна смотреть? А, Шута, Короля Шута. Нет, я жду побольше. Я хочу подождать побольше серий. И посмотрим вместе с Даней. Так, ну, задание. Я пришла сюда взять у деда задание. Я торможу. Ля-ля-ля. 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 Дед, дай задание, дед. Дед, вас тушу по дед. Да, я хитрая, но только проблема в том, что... Во-первых, я не люблю ангоинги. Не смотрю ни аниме, ни сериалы, ничего ангоингами. Во-вторых, все равно тяжело, все посмотрели. Ну, ты сам видишь, что в Твиттере очень много кто пишет про него и говорят, что все круто, нравится. Я как бы тоже хочу, но в то же время я понимаю, что я посмотрю, и я буду хотеть дальше посмотреть. А ничего нету, и будешь как этот сидеть и ждать. Мне не нравится это ощущение. Ну, может, все-таки сорвусь. Так что да. Во, кстати, насчет предыдущих игр серии. Я тоже купила Зестирию, недавно на распродаже была. И хочу купить Берсерию, пройти, потому что мне друг советовал. Сказал, что... Ну, во-первых, сказал, что Зестирия и Берсерия связаны. Во-вторых, мне нравится героиня из Берсерии. Вот, поэтому я тоже хочу пройти. Посмотрим. Может, пройду на стримах, может, не на стримах, просто у меня еще ательер впереди, которого я тоже только купила. У меня была скачанная с торрентов, но мне уже захотелось купить ательера, чтобы пройти, Софи, чтобы пройти уже официально, нормально. Поэтому в Софишку, может быть, тоже поиграю. Я просто аниме. Я ребенок аниме. Так, ладно, поехали по квесту. Что-то дедушка нам сейчас расскажет, покажет. Привет, Никита. Манговый сидр от Медоваруса. Блин, даже не видео, надо посмотреть. А можешь мне куда-нибудь сфоткать бутылочку, показать? Чтобы я хоть знала, что искать. У нас только медовухи от них продаются. А, хотя нет, крик, по-моему, еще был какой-то. Это ты, Альфин? А чего это ты здесь околачиваешься? Я, конечно, сам говорил, что ты всегда можешь прийти сюда и отдохнуть. Но не рано ли для возвращения? Ну, да, ты прав. Как-то само так получилось. Честно говоря, я даже не знаю, что мне делать дальше. В таком случае не поможешь мне чуток? Здесь всегда столько работы, что времени на самокопание просто не остается. К примеру, у меня сейчас перец кончается. Я его и в лекарствах использую, и чтобы еда дольше не портилась. А если пополнишь мои запасы, я помогу прогнать твои печали, обещаю. Он на запрещенные вещества намекает. Да блин,
Это все аллергия на дедов. Или на аниме. Я не знаю. Спасибо. Это добро у нас найдется, сколько тебе хватит. О, то, что надо, спасибо. Подожди меня тут немного. Я приготовлю твое особое блюдо. Свое особое блюдо для, специально для тебя. Ну, давай, дедок. Давай. Ну, что ты думаешь о моих шашлыках? А где-то у нас грузин. Блин, стоило два раза чихнуть, теперь насморк. Мне не нравится. Надо на паузу, скорее всего, уйти, чтобы устранить причины насморка. Я в этом году еще ничего вкуснее не ел. Даже не знал, что ты такой заправский повар, док. Так и думал, что тебе понравится. Тут весь секрет в перце. Буду рад показать тебе рецепт. Сможешь сам жарить такие в дороге. Было бы здорово. Спасибо, док. О! Теперь умею изготовить шашлык. Класс! Так. В Ульзибеке тоже задание какое-то. Ага. Ну, пойдемте. Сегодня будет такой стрим на чиле, на расслабоне. Вон задания пособираем, всякие дурацкие, смешные. Или не смешные. Ну, короче. Не пойдем по сюжету. Бля, опять зигуешь. Привет, пацан. Лопни мои глаза. Это ж пылающий меч собственной персоной. Как дела, братишка? Забудь об этом прозвище, Гринар. Но у тебя, кажется, дел полно. Точно есть время поболтать? Не боись, у меня как раз перерыв. Знаешь, что я тебе скажу? Это здорово, что мы, красные вороны, взялись поднимать из руин Калаглию. Но все эти люди и их проблемы у меня уже в печенках сидят. Да, скучать тебе не дают. Какое там? Я даже не помню, когда последний раз спал нормально. Временами кажется, что до того, как мы вытурили яркоглазых, даже легче было. Ну, нет, конечно, но ты меня понял. Кстати, может, поможешь мне немножко? Нам сейчас позарез нужны новые дома. Пока что все вынуждены ютиться в хижинах, но я хочу, чтобы у каждой семьи было свое жилище. А загвоздка в том, что тут мало найдется таких, которые бы выдержали непогоду. Но можно поискать в заброшенной деревне в Иглии. Если бы получилось кого-то туда переселить, было бы здорово. Сходишь проверить, можно ли там вообще жить? Ну ладно. Конечно. Рад тебя хоть как-то разгрузить. Да, Шон опять недовольна. Там Зогл на Зогле сидит, так что не вздумай, что это просто прогулочка. Извини, что заваливаю тебя делами, но я прямо очень благодарен. Ладно, пацан. Так и быть. Пойдемте. Тогда, раз уж мы приняли это задание, победите волков. Ах, победите волков. Ладно, победим волков. Где? Так, давайте посмотрим по заданиям. Так, это что такое? Вот это. Возле деревни. Пустошь Игли. А, я поняла. Да, у Медоваруса есть такие. Они еще в таких белых пакетиках. В бумажных. Да-да-да-да-да, я поняла. Не, у них просто есть стеклянные бутылочки, маленькие. Есть вот такие литровые, по-моему, они. Возле деревни. Переместиться туда никак. Ульзибек.
Теперь надо понять, через какой выход, блядь, из этого Ульзибека мне выйти. Пусто Шигли, а вон тот выход. Вверху. А, блин, не здесь. Наверху. Да, сюда. Может, ну, если завтра попаду в мол, то возьму. А чё не так снова Эйприл? Я просто так и не посмотрела этот трейлер. Сегодня кидали в чатике несколько раз, но я так и не глянула. Чё там, совсем всё плохо? Но если честно, хуже, чем Меган Фокс, я даже не знаю, что может быть. Потому что Меган Фокс, это, конечно, блядь, максимально отвратительно. Просто вот прям максимально отвратительно. Давай, кинь прям картинкой. Потому что, ну, трейлер я гляну, но попозже. О чем? А черепашка ниндзя? Понято. Извините, поканул. Понятно. Бля, я упал. Ребята, упал больно. Так, мне написано с волками сражаться. Тут какой-то каменный еще хрен. Это все? Это прям все? Так, сейчас зайду в Дис. Блять, это что? Хотя, знаешь, что я скажу? Знаешь, на кого похоже? Уже был какой-то мультик о черепашках, где она была очень похожа, только он был 2D. Мультсериал какой-то, какой-то из современных. Я не смотрела сам мультсериал, но просто видела ее. Блин, ну сейчас я искать, конечно, не буду, но было что-то такое, было что-то очень похожее, только она была... Здесь она еще полновата, там была просто девочка, темнокожая, но девочка. Такая обычная девочка. Да-да-да, по-моему, это оно. Был какой-то мультик, где она была, и она была темнокожей девочкой. Так. Ладно, поперли обратно в Ульзибек. Ой. Где Ульзибек? Ну да, выглядит она, конечно... Блин, я не читала комиксы. А в комиксах как выглядит Эйприл? Она такая, как в старом мультике черепашек? Типа прям фансервисная такая? Или нет? О, Альфин уже посмотрел, как там в деревне. Прости, Гринар, но лучше забудь про нее. Там мало чего осталось пригодного, и вся местность просто кишит зоглами. Ну да, я подозревал, что так и будет. Но все равно надо было убедиться. Других вариантов у меня нет. А тут сплошной кавардак. Честно говоря, вообще не знаю, что делать. Сочувствую, Гринар. Но, знаешь, я тут кое-что понял.
До того, как мы освободили Келаглию, я ведь представить не мог, что к тебе буду обращаться за помощью, чтобы сделать жизнь лучше, так? А сейчас сам видишь, разве это не знак того, насколько свободными мне себя... все себя стали чувствовать? И само то, что у людей появилась какая-то возможность что-то улучшить в жизни, это все благодаря полученной ими свободе. И пусть сейчас тяжело, но это только временные трудности, а дальше все станет куда лучше. Мне, конечно, легко говорить, но все равно, думаю, ты понял. А знаешь что? Ты ведь прав. Нашел я, о чем жаловаться. Пылающий меч плохого не посоветует. Я же просил, зови меня Алфин. Но рад, что мог тебя приободрить. Еще как. Если мы это переживем, мы сможем сделать из Клаглии страну, где хорошо живется. Спасибо, что дал выговориться, братишка. Можно как-нибудь еще прийти к тебе за советом. Конечно. Отлично. Это хорошо. Так. Ну все. Больше вроде нигде нет никаких таких заданий. Это что? Ага. Мозгу. А где я сейчас нахожусь? Ну, в смысле, вот последнее, то, что я открыла. Так, ясно. Так. Но тут только этот богомол дурацкий. Блин, как перейти? Я уже сколько играю в эту игру, никак не могу понять, как, блин, перейти в эту херню. Где? На G. Ну вот, я здесь. А-а-а, тут еще миры. Ё-моё. Совиный лес. Я могу переместиться в совиный лес? Ни хрена. А я даже не думала об этом. Ух. О, ачивочку дали. Так, алая фамильная мантия, синяя фамильная мантия. Смотрите, это те совы, которых мы нашли. Кажется, они выражают нам благодарность. А зачем я это читаю? Обычно я это не читаю. Ладно. どの国で何羽見つけたかがなんとなくでも分かるってことだな。 また何か言い始めたわよ。 これまで仲間を見つけたことへのお礼かな。 いやむしろもっと頑張れかな。 女王の方は咎めてるみたいね。 そんな無理強いすべきじゃないって。 反論してるぞ。
彼らに頼むしか道はないって感じか。だからこそ怒らせてはいけない。女王は心配してるみたい。フルルフルル頑張るから気にしないでかな。わかるの？まさか適当さ。なんとなくそんなことを言ってるのかなって想像しただけだ。うん、でも多分そんなに間違ってないと思う。そんな気にしないでくれ。俺たちも余力でやってるだけなんだから。おう、ありがとうかな。そうみたい。女王もね。フルフルルフルルも喜んでるみたいだ。よかったなリーベル。ううん、そうだね。Так, отлично, нам дали какие-то там снаряжения. Не мне, судя по всему. Может, тогда это не снаряжение, а чисто внешка? Что это было-то? Но это внешка не только не для Альфина, но и не для Шион. Ага, ясно. Все для мелкой. Блин, вот этот цвет вообще топовый. Очень нравится. Вот этот прям очень красиво. Он такой более богатый, чем ее оригинальный цвет. Прям, блин, офигенный. Мне очень нравится. Вот именно такая расцветка. Классно, классно, классно. Красная вообще не нравится. Вот это очень красивая. Давайте всех переоденем. Знаете, что я скажу? Знаете, что я скажу? Давайте всех переоденем. Да, хорошо, иди ложись спать. У вас уже довольно поздно, поэтому, в принципе... Давай спать. А хватит, короче, это. Хочу ходить вот так. И пока что... Не знаю. Доспехи самурая какие-то дурацкие. Давайте, короче, его в розовое оденем. Очки пока уберем. Кроличьи уши. Нимб ему дадим, а то чё он как этот. Реально, короче, пусть с нимбом ходит. Мне очень смешно, простите. Так, ладно, давайте ее тоже переоденем. Пусть она у нас перестанет быть богиней. Что-то монокль. Так, ну она у нас будет, да, демоном. Надо подумать, что на нее надеть. Пусть все в купальниках бегают. Знаете, такой вот... у меня такое настроение сегодня, чтобы все бегали в купальниках.
Вот такое ей подойдет сюда. Нормально. Хотя нет, знаете, я хочу поменять ей прическу. О! Альфин будет клоуном, и я не буду его лечить. Так, давайте ему еще клинок поменяем. О, пусть палкой ходит, прикиньте. О, с палкой. Не, хотя нет, пусть бегает с палкой, похер. Так, тебя мы тоже переоденем. Блин, ну вот эта штука прикольная, мне нравится. Так. Да, купальник шалуньи звучит просто волшебно, конечно. Кроличьи уши, нимб, крылья. Давайте ей маленького Лоу посадим на голову. Вот это мило. Хочу вот так. Так, книжка. Отстойные какие-то книжки обе. Да, Лоу очень забавный тут. Малыш такой. Так, значит, тебя тоже переодеваем. Бля, гидрокостюм. Почему у него, сука, этот гидрокостюм какой-то непонятный? Нет, волк отвратительный. Так, шиноби. Не, мне не нравится. Блять, ну вот зачем? Мне так не нравится, когда мужики в обтягивающих костюмах. Это так ужасно выглядит. Давайте его в форму ученика. Да. Почему? Лоу. Этот костюм. Шалун. Так, кроличьи ушки. Не, ну он у нас прям точно песик. Ему нужны и волчьи ушки, и волчий хвостик. Так, а что насчет прически? Нет. Нет. Что-то херня какая-то. Оставим, короче, прическу оставим такую. Так. Блин, ну поставим вот так, пусть будет. Все, всех поменяли, все. Нифига у него тут это, какие-то ассасинские приколдесы. Мне нравится, как ушастенькая совушка спряталась. Малышка. Так, ладно, понятно. А что тут за задание? А, дракона убить. Все, не надо. Идем в Висинт. Еще один конвертик. Блин, я даже не знаю, собрать сейчас конвертики. Наверное, не стоит собирать сейчас конвертики. Получше познакомьтесь с Висинтом. Как получше познакомиться? Не-не, дракона мы сейчас не пойдем бить. Это бесполезно. Да вроде звездочки мы все зачистили.
Еще посмотрим, куда еще можно сходить. Ладно, давайте сегодня поменяем лидера команды на Шион. Ходим в купальнике, все нормально. Крылья очень странно шевелятся. Так, давайте сходим вот сюда. Можно быть хорни. У нас сегодня нет ни Слая, ни Лёши. Можно быть сегодня хорни. Ха-ха. А, дверь надежно закрыта. Ну и пожалуйста, ну и, блядь, не нужно. У меня вообще-то крылья есть, так что я не спрыгну, я поняла. Ладно. Так, куда еще можно сходить? Тренировочный плац. Так, понятно. Вот, попробуем. Откроем, пока что попробуем. Я хочу посмотреть, можно ли открыть вот эти все двери. Нельзя ничего открыть. Ё-моё. Чё за валяющийся мужик? Не хочу с тобой разговаривать. Ладно. Другие вопросики. Сходим сюда. Отлично. Отлично. Извините, Господи, блядь, команда клоунов. Просто посмотрите на это. Реально, самые клоунские одеяния надели на себя. Ой, вот эта женщина тоже будет в нашей команде. Она мне нравится. Красивая. Блять, реально команда мечты, блять. Клоунский отряд. Аудиенс сейчас. Сейчас будет у нас аудиенция. У него жаба на кулоне. А сегодня не среда. Пока тут что-то происходит, я сожру Рафаэлку. Мне можно.一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ。一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々来ないも立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろう。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上今更忍び込むこともできない。行くべきよ。 ねえ、本当に行くの？罠だったら。そんなこと言ったって、
今更行かないわけにいかないだろ。ローの言う通りだ。Давайте, короче, мы к нему на аудиенцию все в купальниках придем. うん。覚悟を決めよう。Сейчас такие. Ой, а мы думали, тут пляжная вечеринка. А, ну туда нельзя. Ну ладно. Да, там новый муж. У меня один муж уже есть. Это будет еще один муж. Мы пришли. Снова ты. После того, как мы разошлись, пришла срочная петиция от городских жителей. Лорд Дахалим в данный момент ей занимается, поэтому тебе придется подождать, пока он не закончит с делами. Когда все будет готово, я тебя проведу. Слышь, ты, блядь, только что меня позвала, а теперь ты такая типа, ой, пуксренька. Охренела. О, команда мечты на аудиенции у лорда. Богато. Смотрите, мы выглядим, блять, как клоуны в этой компашке. Я опять наделала кучу ненужных скриншотов. Это неважно. Оно. Вот это я ждала. Вот это я ждала. Во, вот он. Мужик мечты. Дайте 10. Как хорош. Ирану саваги окосарэру май ни гокай о тойте окита. Соу омотте не. Детишки. Кими тачи ва ваташи о таоши ни кита. Да то штара доу суру? Коко де татакау ну ка? Ямете кудасай! Соно хицио ва ару май. Бискин то но нака о нагамеру жикан ва таппури. Я потом посмотрю на нас. Простите. Дорэй но хитори демо микаке. Хейши но кибараши ни коросарэру мо. Куэки ни аэ. いないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが。私には通じない。Хорош。いたずらに対する罰は必要か。アルフェン。ほう。まあいい。食事を用意させて。Ля, у него еще вот это вот египетские шмотки。Просто, просто восторг, господи. Нет, конечно, Лоу, я тебя тоже очень люблю, но ты маленький щеночек по сравнению с этим прекрасным мужчиной. Мата кангай наши кега уште. Дотчи га да?
きなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの？私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの？それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの？なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。Господи, нам все больше и больше этих штук навешивают. Кошмар какой. Что, прокачаем? Вот тут вот одну осталось. Или не одну? Ни хрена не одну. Блять, нахер я прокачал. Ладно. Тут две штучки осталось. Не хватает. Ладно. Окей. レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが。過去だろう。今宵の出会いに。Чего на него так смотрите все? Мой мужик, не трогайте его. なぜあんたはダナ人を解放したんだ？その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど。体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存。Почему на нём египетские шмотки? Сурдо Бригава. それで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよ、スルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。Что, она же сломалась, и музыка сломалась, все сломалось, нахрен просто. Да как он хорош! Да боже мой, да куда ж больше вкрашиваться-то, ёб твою мать, хватит мне его рекламировать. Да, меня надо очень сильно бонькать, ведь тут мой любимый мужик появился. Вдруг. Йосе!勝負はもう…よせ！
Что-то не поняла прикола. Это было похоже на какой-то типа, ну, экзамен или какое-то такое сражение. Ну, как это сказать? Тренировочное. Сырдо не эрабареру но ни хоннин но иши ва канкэй най. Дага о ва чига. Нараба соко маде цукиау хицио ва арумай. Столе де сырдо доуши но арасои кара орита то ю но ка. 王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたいもの好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り、鶴堂二人も倒すのに手を貸している。 そうまでして何をしようというのだ。いや、結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦すると。あ、獲得は落ちるとしたんすなみぱいじょうて。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザルク。 お客様方お帰りだ。宿の手配を。пляжная вечеринка не удалась. 町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。 Ну что ж. Шикаси, гоукана татэмоно да ёна. Эя дакэ икусу арун да? Чотто, кио нэки суги. Моу скоши кэйкай ште ё. Коно го ни оёнде осотте куру то ва омоэнай кедо. Нифига у него дворец. Хожу пока по дворцу, потому что мне кажется, что я здесь найду совушку. Короче, я сейчас погуляю по дворцу и думаю, на этом я закончу стрим. Ну, мы немного поиграли, увидели моего нового мужа. Замечательно. Поэтому как бы да. Да, у него по-любому есть купальник Шалун. Так, мне кажется, там я была. Кухня вроде не вылазит. Заперто, ладно. Окей. Угу. Комната стражи. Интересно, ладно. И что тут у нас? Лучшая атака – это хороший щит, иллюстрированный справочник щитов, история щита, кто-то обожает щиты. Так. Так. Ладно. О, рецепт Бао со свининой. Это, наверное, муж будет готовить.
Ясно. О-о-о. Бля, звучит замечательно, тоже хочется. Но мы завтра поедем к родителям Дани. Так что... будем там есть. А дома у меня щи. Я приготовила щи. Вкусные, кстати. На говядине. Как удобно спит чувак. Просто зацените, блядь. Челу прям заебись. Да, там будет что-нибудь по-любому вкусненькое. Почему все так спят? Этот жопу чешет. Ты, блядь, адекватный. Тут женщина в комнате. Так, теперь мне надо... вниз, судя по всему. Блин, что-то мне подсказывает, ни хрена интересного я сейчас не найду. И я бесполезно бегаю по всем этим комнатам. Типа, что я тут нахожу? Какие-то абсолютно рандомные ингредиенты или вещи, которые есть везде. Но это такое, ради этого бегать тут везде, искать это все. Так, мне кажется, я отсюда пришла. Ну вот я бегаю только из-за того, что я думаю, что может Пухунь что-нибудь найдет. Но пока что ничего не находит. Не, ну я не хочу оббегать 10 тысяч всяких дверей. Поэтому выходим, короче. Я думаю, что пора выходить отсюда вам. Так, оттуда я пришла. Значит, выход, я думаю, вот здесь. Да, все правильно. があるっていうけどさ、レナのするどだよ。いいの、信じて。だからって今から街の外でやえってわけもいかないだろう。私はその方がマシだけど、寝込みを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで。 早く行ったらどう? Все, знаете что? Я думаю, даже не доходя до трактира,
закончим на сегодня. Так, достаточно неплохо поиграли. Смотрите, у меня на заставке муж теперь. Вот в менюшке главный. В менюшке. В менюшке теперь муж. Муж в менюшке. Муж в менюшке. Важное событие данного дня. Муж в менюшке. В общем, да. Большое спасибо, что пришли. Посидели. Вот это все. Впереди выходной. Целый один. А потом продолжаем работать. Так шо. В пятничку, как обычно, продолжим все это дело. Посмотрим, что там. Да блин, дед, наверное, живой. А ты хочешь узнать, будем ли мы стримить Эйса Торни? Блин, я тоже хочу узнать, будем ли мы стримить Эйса Торни. Надо бы узнать, будем ли мы стримить Эйса Торни. Потому что Эйса Торни мне очень хочется. Потому что если не будем, то я, наверное, одна сама его пройду. Куплю и пройду. Потому что я создала себе... Ну, вернее, я поменяла в Стиме этот аккаунт на Казахстан. И теперь могу покупать игры, какие я хочу. И могу даже Эйса Торни купить. Ну, если скидочки будут. Вот, так что посмотрим. Да, что-то давно у него ни стримов, ничего не было. Ну, блин, такая сейчас у нас ситуация, всем грустно, никто не хочет особо развлекаться, что-то делать. Вот, так что да, так и живем. Ладненько. Спасибо большое, что пришли на стрим. В пятницу мы продолжим, поэтому не прощаюсь окончательно. Всем хороших выходных. Всех люблю. Шаурму куплю. Пока-пока.